Сейчас игра за Чеверсладовский Ганык. Итак, продолжаем с Александром отвечать на ваши ломовейшие вопросы. Если вы желаете, чтобы именно ваш вопрос прозвучал в нашем эфире, задавайте все ссылки в описании. Итак, Александр, стартуем. Так, Хикан, как переспать с Тян на первом свидании? ПС, чтобы ей понравилось. Хороший вопрос. Имею эмпирический опыт в таких вопросах. Но опять же, Хиканы, понимаете, что между вами, вот давайте смоделируем ситуацию. Как происходит? Как у меня это было? Во всех случаях это было так. Я приходил куда-нибудь на пьянку, ну, для нефага объясню, я не всегда сычевал дома. Приходишь куда-то на пьянку, видишь Тян, ты к ней подходишь и сразу, естественно, эй, чипига, пошли со мной, берешь ее, забираешь, как Ванька и Рохин. Она должна быть немножечко в кондиции. Но опять же, призываю всех, ЗОЖ на крестах. Пьянство, бухло, наркотики – это не наш выход. Неважно, я объясняю просто, как у меня это было. Все, подходишь и берешь, идете в другую комнату куда-нибудь, или, не знаю, к себе домой, хотя к себе домой. У вас дома мамка, кого мы пытаемся обмануть. В соседней комнате там подходите сразу, шарк-шарк, руки змеи и так далее. И само собой все получается. Но я вспоминаю один случай, когда Перун просто меня отвадил, сепарировал от одной Тян. Я молюсь ему до сих пор, говорю, спасибо тебе, Перун Громовержец, за то, что ничего не получилось. Потому что, ну сейчас объясню, я тоже как-то познал. Это был, блин, как раз был пик моды на MHA, да, и она была, как Александр, знаешь, как в Формуле 1 вот этот флаг клетчатый, понял, да, черно-белый? Ну, у этой подруги был такой шарфик и тоже, по-моему, пояс, да, и мы что-то пришли к одному чуваку, ну, выпили, кстати, пили портвейн какой-то. Я, кажется, рассказал уже эту историю. И буквально, ну, до этого она то ли в школе училась, ну, я не помню. Но 16 ей уже было, это точно, да. А, и что-то мы выпили, все, я сразу начал, перешел в наступление, так и так, часик, ну, вы все прекрасно знаете. И потом, хозяин, мы были втроем, я, этот чувак и подруга, его была подруга, а он приревновал и, ну, грубо говоря, нам пришлось уйти. Блин, как же хорошо, что этого не было, потому что после этого я узнал, что там один, второй. Короче, это как в том фильме. Чувак, если бы ты ее поцеловал, то ты бы отсосал у половины района. Вот такие дела, Хиканы, так что советую, прежде чем перейти в какие-то активные фазы наступления, всегда пробуйте думать, пробуйте анализировать. Какие херы тут думать? Александр, расскажи какую-нибудь упоительную историю о том, как соблазнить Тян за 15 минут. Да как соблазнить? Ну все же тоже это все упирается как бы в алкоголь. Как-то мы с моим товарищем, другом, кидали пиво, ну там веселились, короче, ну это еще студенческие годы, да, ну там первый курс, по-моему, да. Кидали пивко там после пар, там сидели веселились, к Тянкам подкатывали, короче. И потом встретили как-то там, ну, такое, типа, кафе летнее, не кафе. И две подруги сидят, короче, пиво пьют. И нас что привлекло, что они, короче, Балтику девяточку, короче, хренячили. Ну и мы к ним подкатили, чик-пык, тра-та-та, там. Обменялись номерами телефонов, хоп-хоп. Потом они ушли, короче, себе в общагу. Ну, мы к себе, а потом в итоге мы... Балтика, девятка, общага, вы, Хиканы, записывайте, ставьте. Потом мы с ними пересеклись как-то. И, короче, уже там, ну, в парке у нас сидели, там то-то, руки змеи, там уже пошло все. Прямо на улице, как собаки. Нет, ну это к тому и шло. Ну потом, типа, мы говорим, давайте мы к вам в общагу поедем, что мы тут, как собаки, что ли, будем. Они такие, нет, у вас злая это, короче. Как она называется? А, вахтерша. Ну и, короче, они от нас съебались. Уехали в общагу свою. А мы с другом, у нас оставалось там 2 цал, по-моему, или что-то такое. Ну, короче, ему на такси в одну сторону,
не хватало бы, и мне, короче, не хватало. В итоге мы, короче, взяли пивчелы и пошли пешком ко мне домой. Но и в итоге потом дальше, все-таки мы этих подруг опять вызвонили, встретились, они уже квартиру снимали, и мы прям на всю ночь к ним зарядились, там устраивали оргии всякие. И потом с утра, не спавший, я пошел вот на работу, и товарищ тоже на работу пошел, вот так вот. Браво, 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 Александр. Ну вот эти вот подруги, их перепить, я не знаю, невозможно. Они в себя вливали литрами, мы уже такие с друганом уже такие, а эти там хоп-хоп такие навеселе. Да-да, неубиваемые. Флуктуация, я понял случай. Ну, дело даже не в этом, а тебе не смутило то, что девочки, девушки, будущие матери, не, матеря, мне нравится слово, матеря, пили Балтику 9. Ну, это была и вся фишка. Что они такие прожженные общагой и студенческой жизнью. Да, упоительная, конечно, история. Браво, браво. Итак, жидкие такие аплодисменты. Итак, Иканы, подводя итоги, что можно вынести из наших историй? Опять же, надо брать... Подождите, давайте разберемся. Если вы действительно хотите, вот как соблазнить тян за 15 минут, это, знаете, я так браво рассказываю, или Александр говорит, вот мы пошли, выпили там с одной дурой, поебались 10 минут всего быстро, а потом малафья полилась. Нет. Это не происходит, знаете, просто так, спонтанно. Надо подойти, и чтобы между вами это электричество, электричество, искра возникла. Просто так ты подаешь какой-то рандомной тене. Ой, а давай с тобой там... Она тебя сразу просто зарядит с этого, с газового баллончика. Хорошо, что у нее травмата не будет, или она тебе ножом не порежет. Так что тут надо быть избирательным, надо видеть эту искру. Если нет ее, то тогда в лучшем случае, не знаю, где-нибудь 15 суток отсидите за мелкое хулиганство. Опять же, если нащупали эту искру, почувствовали, все, берите быка за рога, корову за вымя, берите свое, ведите и наслаждайтесь жизнью. Только, опять же, не забудьте предохраняться, уважайте хотя бы себя, контролируйте ситуацию, берегите себя, потому что никому... Никого тюрьма не делала лучше. Каны, еще раз повторюсь, будьте осторожны, будьте бдительны. Надеюсь, вас мои истории хоть чему-то научат, и история Александра. Подписывайтесь на мой продуктивный канал, ставьте нано-классы, донайте у нас бабуле на бич-пакеты. Лайк на бабуле слава. Пока.